Дорогие друзья, а сейчас мы узнаем, какой трек будет у всех на репите этим летом. На нашей концертной площадке заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет. Доброе утро, страна. Доброе утро, привет, девчонка. Как мы объявили тебя? Все очень круто, у них все правильно. Песня, которую презентую, называется «Дыхание». Динамичная, светлая песня, которая, я уверена, порадует каждого. И мы уверены. Может быть, какая-то история есть, как написалась? Песня, на самом деле, автор Елена Шандобыла, очень талантливая девчонка. И песня уже не первый год. То есть она мне лежала, но она была в медленном. Такой интерпретации, такой медлячок. Я все понимала, что что-то должно быть другое. И я связалась с друзьями-москвичами, с которыми мы работаем уже несколько лет, аранжировщиками, и говорю, давай попробуем сделать что-то динамичное. Я удивилась, насколько она круто зазвучала. Я поняла, что вот она должна быть именно такой. Поэтому сейчас это не медляк крутой. И слова же легли на быструю композицию. То есть все сложилось, в принципе. Да, да. Отлично. А кто писал музыку? Елена Шандобыла. А, все, это все один музыки, человек. Молодая, все? Девчонка, она. Белорусская. Песню мы, естественно, скоро услышим. Но скоро у нас «Славянский базар», и мы знаем, что ты будешь участвовать в мюзикле. Расскажи поподробнее. Молодежный театр эстрады представляет мюзикл «Гурьяна» впервые в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске. И в Национальном академическом драматическом театре Якуба Колоса пройдет 13 числа наш потрясающий мюзикл «Биография». Уже слух пошел по всей стране, очень многие люди приезжают в Минск сюда, чтобы посмотреть этот мюзикл. Те люди, которые пришли впервые на премьеру в сентябре, они ходят каждый месяц. На этот спектакль, поэтому я приглашаю всех, и гостей Витебска, и витебчан, чтобы они пришли, посмотрели, прониклись, потому что действительно это нечто особенное. И они обязательно придут, и мы обязательно придем. Ну а сейчас нам просто не терпится услышать твою новую композицию. Да, дорогие друзья, оставляем вас наедине. Заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет, а мы, Марианна Васильевна Муренкова и Анна Валерьевна Квилори, прощаемся с вами до встречи уже в Витебске. Хорошего дня. Пойдем, пойдем. Дыхание. Выше всех.